Всем привет, друзья, с вами Вадим Вакахаус. Мы снова играем в арену, где надо собирать пшеницу. Посмотрим, что из этого выйдет. Я в этот раз взял танка. Я, правда, не смотрел его с пылы. Возможно, будут с этим проблемы, посмотрим. О, кольцо льва дали. О, это то самое кольцо, которое перерождает твоих противников, когда ты их убиваешь. Всегда. А ну, тебя перерождает раз в 45 секунд. Так, а что еще оно дает? А, не-не-не, это за убийство одной силы. Так это лол, это прям вообще имба. Бутафорские перчатки, 25% скорости атаки, одновременно один удар. Замедление, походу. Так. А, блин, я ящик убиваю с двух ударов. Ну, я вообще сильный, конечно, персонаж. Так, надо смотреть. Вы хоть знаете, где ящик? Я вот ни один ящик понятия не имею. Я тоже. Я за три игры ни одного ящика. Ой, я реально, кстати, забыл, что в ящиках вещи лежат имбовые. Спасибо, что напомнили. Ну, обычно, точнее, не было. Чё, где ящик? Не, ну знаешь, мне выпало кольцо, которое можно скрафтить только здорово, в секретном крафте. Здорово, но мы вот понятия не имеем, где ящики, например. Там, я тоже не знаю. Я Маквел тут гашу. Не знаю, главное, блин, сейчас... Вадим, иду на помощь. Вадим, иду на помощь. Да пошел помог ты! Помогатель. Блин, а я что-то тысячу лет убил. Вадим, рад помочь. Спасибо. У меня герой очень какой-то странный, он, ну, у него очень мало дэмэджа. 15-25, лол. Но я пошел пшеницу собирать. Что делать? Надо что-нибудь продать. Бутафорские перчатки. А, ну хотя можно начать просто. А, уже тут вовсю летают эти птички, блин. Ну, конечно. Это, блин, две пшеницы продавать. Угла на нас нету, да? А я тоже не могу ее вызвать. Че ты не можешь вызвать-то? А там курьера. Лимита, потому что... Найс. И что мне делать? А как ты всегда избавился? Никак. Никак. Так, ну что, идем отсюда. А кто, на, кто какие крипы силу дают, кто знает? Сейчас наверное, скажу. Сильнее. Волки вроде. Гнолы дают. Гнолы силу дают? И кто-то еще волки. Шансом дают. Волки 50 на 50. Пауки. Гнолы 100%. О, Вадим моего героя, да? Ну, гнолы в основном, Вадим. Да, блин, ну что? Гнолы в основном. Чё за адлак? Я уже второго человека пытаюсь убить. Вначале играю агрессивно, все дела. Нифига не получается. О, пшеничка. Вадим, второй спел качай. А чё он дает? А он увеличивает урон. Вот, хорошая вещь, потому что урона вообще ни черта нету. То у меня с пшеницей вообще проблемы. Тут собака забирает, птица забирает. Очень как-то по сравнению с прошлой игрой пшеницы прям вообще. Зато мы знаем, пшеница на расхват. Ой, меня Маквел от моей спину завалил. Тем же героем играет, гад. Так нечестно. Надо осваивать новое. Где пшеница-то, алло? Спокойно. Тут очень долго продают пшеницу, и новая не спавнится просто. Не, она спавнится независимо от этого. Мне кажется, а да? Ну, может, я туплю, значит, ладно. Так, ладно. Знаете, как бегает камикадзе этот? Песок, у них просто союз на пшенице. Сейчас их убьет Маквел в одиночку в два боя. Будет забавно. Да Маквел вообще пришел, тут меня в спину завалил, блин, а я ничего, что-то ничего не могу. Так, а что мне, бандита это я убью? Я что-то вообще ничего не могу завалить. У меня этот кольцо на силу, чтобы я, типа, убивал крипов, получал силу с этого дела, но... По факту что-то получается не очень. Так, о, 5 пшенички, ура. Так, я крипа-то хоть одного завалю сегодня, нет? О, ура, второй левел. Это успех. Так, подожди, второй спелл это же активка, нет? Ну да. Зараза повышает урон. Один раз? Или как? Ну, нет, ты как бы поднимаешь щит, и у тебя урон повышается. А, но при этом медленно хожу, да? Да. С первым скиллом нормально сочетается. Фуф, ну сложно. Реально, блин, я какой-то счастливый фермер, блин, а не игрок в арену.
такая конкуренция за пшеницу, просто жесть. Да, да, да. В прошлой игре, по-моему, 3 человека собирали ее всего, а сейчас просто пипец какой-то. Я бы курьером пошел себе какой-нибудь айтем купил, так не могу, блин. Потому что это курьер занят. Я самоубийца умудрился потыкать. Я героем хожу по магазинам. Да, 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 я тоже. Курьер нет. Важнее героя, походу. Купи второго. Ой, жесть, а как я сюда забрел-то? А, лимит. Второго героя? Не, лимитишь. Блин, подрезает. Второе поле. Пшеница. Да, надо самому засеять. Так, а что можно взять-то? О. Так. О, Даня. Фига, ты еще не умираешь. Так, все, я пошел фармить, короче, наконец. А то я вообще нифига не фармлю. Лу. А третий спелл, Меджабуля, что за третий спелл? Никогда не тянул StarCraft, но чувствую себя StarCraft'ером просто. А, пассивка это я люблю. Только я не уверен, что это пассивка. Драться хочешь? Да не хочу я драться, я через атаку иду, блин, в смысле тебе делать нечего, что ли, иди там. В смысле, я как раз таки тебя поэтому и спросил. Да не хочу я драться, я пшеницу собираю вообще. Ну все. Ты кричишь-то. Драться хочешь. Да-да-да, пипец, как будто тут каждый человек сейчас следит за своим героем, сейчас чисто пшеничные войны. Черепаха какая-то пыталась меня подрезать пшеницу. Гладиатор следит, у тебя гладиатор 9 левел. Он явно за героем следит, чем нежели за курьером. Красавчик он, чё? Где пшеница-то? Дайте пшеницу. Мне один колосок дали тут, то. Половину. Блин. Не вижу пшеницу. А где новая? Это собака третьего левела среди нас бегает. А, это кекс. Сейчас так. Да. Ну, надо же как-то использовать свои сильные стороны. Блин, собачьи? Ну, это сильный, да. Ну, ты хотя бы собираешь пшеницу. Всегда в прошлый раз вообще не собирал. Ну, он и не выиграл игру. Он далеко не выиграл, да. Может, далеко выиграть? Веду. О, ну, кстати, неплохо тут сейчас у меня все. В целом. Точка стакает силу, плюс у меня кольцо. С силой, так что все хорошо. Не, ну черепаха среди воздушных еще что-то забирает, главное. Да-да, ему повезло, прям возле него заспавнилась единичка. А че? Я вообще только парочку собираю и все. Вы лютые какие-то, ребята, вообще. Да нас много, а тут я думаю, что нет какого-то мастера пшеницы, просто нас много очень. Мастер пшеницы? Да, нас много. Пшеница не спавнится на десятерых. Там на двух или спавнится. На двух нет, на больше. О. Блин, вот у меня прям перед носом подрезали две штуки. Так, а что, герой у меня потихонечку... Я думал, я самоублюсь. А где-то, кстати, книжка опыта есть, которая удваивает весь опыт, там что-то увеличивает. Кто-нибудь видел эту книжку опыта? Не знаю. Такая есть? Да, такая есть, только непонятно, где она. Мак его не справился с продажей в инженера. А где книжка, гладиатор, где книжка? Это я не справился. А, это не справился? Да, тут... Корнелиус не справился со мной. Блин, просто всю пшеницу сперли. Вадим, я уже про тактики использую. Я вижу, куда летят эти грифоны. Ворую пшеницу, на которую летел грифон, ну, как бы чужой. Он останавливается, из-за этого я успеваю другие собирать. Нифига ты. 8500 я в за гладиатора. В этот момент я убил двух героев еще. Я 8500 за гладиатора получил. Да, 8500 это меньше 10 пачек пшеницы. Ему очень повезло. Он там поубивал людей. Потому что у него был 8 левел. Ой, сколько пшеницы, я просто богат. Я богат. А я крипов убиваю, ну ладно. Я и раз. Крипов убиваю, и богат. Крипов убивать это глупость на самом деле, звучит как глупость. О-о-о, Меджабуля стоит третьего левела, ждет счастья. Я пришел. Меджабуля, встречай. Ура. Несчастье. Да. А удар щитом это стан, да, я так понял?
Офигеть, мне не хватает 7000 на свиток, ё-моё. Пацаны, давайте так, сделка. Вы мне даете всю пшеницу, а я ломаю вам лицо. О, давайте убьем его как-нибудь. Он оборзевшая рожа какая-то. Я сомневаюсь, что тебе нужна помощь. Надо, короче, птичку поставить четко на то место, где стоит, где магазин, и чтоб в тебя сбрасывали пшеницу. Нужно найти способ, как убивать этих неуязвимых птичек. Ты правда, я тебя просто убил. Ну, почти. Мжищ на меня. Хорошо, я взял спел, чтобы тебя убивать попроще. Ой, Максвелл такой не очень, постоянно что-то подходит, потом умирает, убегает. Зачем тратить время? Это же карта, когда в этот момент другие либо фармят крипов, либо что-то еще делают, а он просто этот. Не, ну тут если убить героя, то это как бы... Так нет, я он, не убить, уже, он и убить не может и отвлекает, типа и то, и то. И мы просто тратим... Ну, уже вторую игру подряд. Блин, у меня что-то вообще не получается пшеницу собирать. Вообще не получается пшеницу собирать. Почему же не такой быстрый? А, да нет, у тебя тот же сапог. Нафиг, иди. Охренеть, ты чё вообще охерел? Сюда иди. Не иди, ладно. Ты пытаешься его управлять голосом, что ли? Ну, он меня взорвал. У него одна билка, мне все хп сносят. Охренеть. Ну, две, ладно. Не одна. Где пшеница? Отдавайте свою пшеницу. Я этим героем хотел в прошлую игру поиграть. Если бы я знал, что он такой клевый, я бы им играл. Я перепутал. Я думал, Женя все еще голем с прошлой катки. Я понял. Да, Женя меня убил спокойно. Женя разве големом был? А, ну, позапрошлый. Где я вылечу? Я же без вас. Я сейчас в этой, пожалуй, вылечу, скорее всего. Ну, это вообще будет здорово вылетать, я не против, ой, только за. Вадим, как хочешь подраться? Честно или нечестно? Честно. Жаль, что я так не умею, потому что мне это сломали. Да, блин, задолбали крипы! Третий раз за короткую игру, да, крипы стиляют. Пипец вообще. Я даже не понял, что меня сперли. А я понял. Обратил внимание, да? Да, стало немного заметно стало, да? Да просто постоянно стиляют, я не знаю, что делать-то, блин, реально. В самом начале стильнул Shadowstorm, потом стильнули крипы. Я вообще тебе не знаю, очень не повезло. Убил вообще в этой игре, нет? А, Женя меня завалил в этот момент. Блин, а я пшеницу собирал. Я вообще шел к этому на 250 силы, и мне с ним, конечно, будет повеселее. Так, что там надо? Приговор, камень, тьмы, меч, грозный клык, ржавая кирка. Шадо, если что, собирается этот айтем сразу, через рецепт. Да нет, у меня столько денег и дерево. Пожалуйста, брат. Я все очень легитимными способами делаю. Легитимно? Легитимдби. Нет, поскольку я немного дислексивный, легитимдби. Блин, ну Вадима немножко сильная, зачем? Конечно. Зачем? Вот я не понимаю, ребят, я просто... Потому что так же, как и ты, через атаку иду в магазин, понимаешь? Вадим, ты не один так такой. Так я пешком шел в магазин. Только ты ни хрена не через атаку, ты провязал все обилки. Чё я ты, мирный? Так нет, в смысле, я иду, да, я смотрю, да, сзади да, кто-то да, да. Ковыряет меня. Пришлось убить а его. Я иду в магазин, как и ты. Только ты проявляешь неуважение к пшенице и отвлекаешься от нее. Сори. И как он просто придумал какую-то фигню? Щит скамит этой фигней, блин. Да блин, у меня две пшеницы уже из-под носа украли. Вадим, зачем ты так троллей перекачал? У них 18-я атака. Да это не только я, это Макл, по-моему, тоже. Исключительно Вадим виноват. Вот. Да? Ну он там стоял и убил меня в прошлый раз. Ну как, тролли меня добили. Потом спрашивает, почему они добивают? Ну, не знаю. Вот это дуэль. Закон — это я. Так сейчас всех гонят. Убегай оттуда. А чё сильно на возвратку есть, ребят? Песок, ты, по-моему, говорил, что есть какой-то айтем, который очень сильно этот для танка. Это сборный, да? Нет. Ты пшеницу выронил, у него сперли, кажись. Кто-то на землю просто пшеницу кидает. Мы забираем.
Так, руби, что давай. Блин, одно дерево. Где дерево взять? Дайте дерево. Что дерево? За квесты гильдии. Блин, я уже забил на эту пшеницу. Сверху справа там, говорите, просто не сборный предмет есть. На этот. Да. Ну и потом он собирается, как бы. Подраться хочешь? Давай. Блин, тут кто-то есть. Почему ты замерз? Песок, почему ты замерз? Да умри уже. Песок? Ну, хотелось. Не, просто это очень странно. У тебя обилки на тебя действуют? У него заморозка. Арморы ему дают. Его... Ой, хоть кто-то отвлекся от пшеницы, я чуть не смог собрать. Хотя бы, ура. Хотя я уже не уверен, что... Хотя, не знаю. Что, сила-то идет? Конечно, ты разморозился, блин. Ну, все стоит дерево. Ладно. Жалко, не все магазины подсвечиваются почему-то. Кекс этот бедный бегает. Или это не кекс? Это кекс. Я не бедный, я беднющий. Беднющий? Ну, дайте кексу, пожертвуйте плохо, пшеницу. Плохо пшеницу собираешь, собирай пшеницу лучше. А песок же хотел за отстойного героя сыграть. Но он не успел, там нарандомили. Подожди, а как там вы говорите с свитком покупать предмет? Ну если у тебя берешь. Есть деньги... Берешь свиток, да, там нажимаешь на него, выбираются. А, там выбирать надо, да? Офигеть, да. Волчары, конечно, делают кусь за жопу. Вадим, а ну подведи ко мне, у меня есть книга, которая апает курьера. Второй, ну еще дальше, типа. Чего? А где это? Где-то? Я ее из этого выбил. Ой, сейчас, пойдем. Пацаны, я буду добрым, скажу, что пшеница появилась, собирайте. О! Как так называется? А у нас в прошлый раз все такими курьерами были, по-моему, нет? Да. Ну да, кстати. Ну старая книга какая-то. Ее где-то можно купить, наверное. Так не, а где книга? Гладиатор, а где книга, которая опыт весь апает в два раза? Или там плюс 50%, что-то такое? Нет, гладиатор знает. Дерево важнее, чем опыт. Или опыт, дерево дается за опыт, кстати, да? За левел. Дерево дается за квесты гильдии. Я имею в виду, что и за опыт, ну, за левел какой-то тоже же. Нет. Ой, я кого-то убил случайно, извиняюсь, и даже не видел. Какие тролли жирные, реально жесткие. Ну, а где гнолы-то? Давайте, иди сюда. А, ну получается, можно этот, попытаться сразу накопить денег на сборный айтем и купить его. Для первого айтема плохая идея, мне кажется. Ну, я уже затарил какие-то айтемы, не знаю. У меня уже закуплен один сборный айтем и собираю второй уже. Нифига. Перчатка скорости. Ой, тролли! Ой, мне заморозили перед троллями, ё-моё, больно! Ну, тролли дают, конечно, по 1000 голды так-то, нормально. Ну, скачали, видимо. Тролли дают лещей, по-моему. И лещей. Не, я бы не умер от них, если бы меня не заморозила одна сволочь, но... Ну, кстати, странно, я убиваю гнола, который босс, и за него что-то нифига не дается. Ну, видимо, очки гильдии. За него должно даваться? Не знаю, но за него денег просто не дается, поэтому я думал, что за него должно даваться. За него, скорее всего, статы дадутся какие-то. А, кстати, может, много статов дается, точно. А что с сосудами делать? Я не разобрался, я их продал в итоге. С какими сосудами? Вадим, иди в одно место. Так а что я тут стою фармом? Нет, я не смотрю. Какими сосудами? Пшеницу у меня украл, меня убил и еще. Ну, пустыми. Как все объяснить? Не знаю. Они что-то прожать можно, но не знаю. Ой, песок. Да. Я осуждаю. Мне так нравится, я просто дерусь в определенный момент. Мне заел, я самоубился. Осуждаю на всякий случай. Блин, да сдохни ты уже. У меня 240 силы белой. Мне нравится, что я вообще не такой мирный, никуда особо не хожу драться, но при этом кто-нибудь приходит, периодически огребает. Да что все на пшенице, Вадим. Никто не следит за героями практически. Ну, кроме, не знаю, тех, кто не знает о пшенице. Да тут все летают, по-моему, с пшеницей, по-моему, поэтому. Так. Как сделать из карты Warcraft счастливый фермер, да? Угу.
Где там айтем на заморозку? Сверху. Сверху. Слева. Ну, морозный жезл. Я нашел очень полезный рецепт. Но о нем я никому не буду говорить, потому что я буду вести себя как всегда. Нифига. Да. Блин, камень в огород всегда, так сказать. Да, есть такое. Пустой сосуд можно, короче, в источнике наполнить, и он станет настой омоложения. Какой я быстрый. Нифига. А сколько он продается? Он здоровье и ману на 10% от максимального. А продать можно его, нет? Да, 1250. Но он становится дороже, типа? Да, на 500 голды. О, какой классный герой с неуязвимостью, я обожаю. На 40 секунд, блин. А кто он взял хилится. Тоже креста опять, что ли? Ну, да. Есть звезда на карте. Блин. Вот, лик, по-моему, это. Да-да, он же... Слышите, у меня одно такое подозрение, когда вы поднимаете свой уровень гильдии, мне как-то статы дают больше, или мне показалось. Ну, типа, вроде да, с подъемом уровня гильдии больше статов дается за задание. Фигня. Э, кто тут враг-то? А тут есть что-то типа на магах, какая-то защита, что-то подобное? А, это все иллюзии. А, нет. Не все, не все, походу, иллюзии. Так, что тут? Тут какой-то монощит есть? Кто-то видел? Что за? Блин, он обмурзаков отдался, я не смог его убить. О-о-о. Что, Кекс, как тебе герой, прикольный? Просто офигенный. Лучший, да? Ну слушай, я лучше за него играл, чем ты. Ну не скажи, ты, по-моему, никого не убивал вообще. Я не могу крипа убить ни одного. А курьером тоже можно свиток купить, да, и попробовать, типа, взять предмет? Нет, нельзя, нужно герою нести его. Так, кто там за мной бегает сзади? Сюда иди. Я не понял, как голем работает хотя бы. Ты за кого-то замораживаешь, да, потом сам заморозку встаешь, и, типа, продолжает уменьшаться КП. Да не, смысл в том, что ты с автоатаки по замороженным бьешь там гики. Ну, я прошу игру говорил, да. Мне больше интересно, что мне со... Меня никто не слушал. У меня 800 инты, что мне с ней делать? 800, нифига. Есть предмет, посох тайного знания и сфера молнии. Да, сфера молнии же жахает от инты, по-моему. Да. Нам вообще от инта лучше ловкость. Ну да, ловкость даже атаки не дает, или инта тоже. Ну, кстати, если инта атаку... и ловкость перестанут хотя... давать атаки, то это в пользу инты, наверное. Да, инта не дает атаку. Но это все равно в пользу инты, как бы, то есть магу-то... Вадим. Ну, мне инта для атаки нужна, потому что у меня две пассивки и две бесполезные активы. Как хорошо я бабла подзаработал. Блин, кажется... ты не догорел, обидно. А что у тебя за абилки у скелета мага? У меня абилка, которая ставит тотем, которая видит невидим, и мана-щит. Это ж весь, да? Маг. Мария уже. Мана-щит хорошая штука, на самом деле. Он, блин, сейчас, конечно, за шторм заберет. Облачает 0-2 урона на первом уровне. 0-2 урона. Не, у тебя, в принципе, хорошие выживания. Я тоже хочу здесь пофармить. Ах ты какой. Так, ну я сейчас этот соберу возвратку и будет все хорошо, надеюсь. Слушай, знаю, возвратка где? На тебе это вообще, наверное, боль, ну, да, для нас. Я просто хочу сразу собрать одним айтемом. Блин, жопа. Ну почему меня находит вот этот гаденыш, когда я лоу хп? Так, что я... Какой гаденыш? Подожди, у тебя что, бесконечно это? На возвратку? Блин. Ладно. А, я хабы убил. Мне убить одна. А как ты, у тебя какой-то... Я не знаю. Походу верный бросок, у него анимация заканчивается, а дальше он летит все равно. Блин, ребята, я не могу найти айтем на возвратку. Блокируется 25 урона, иммунитет подбрасывает. Я думал, ты убежал, я умру сейчас, я думаю. Ну, поезд богатыря. Так поезд богатыря у меня уже есть. Не, хабы, они справа снизу. Чего справа снизу? Шипы, если ты на возвратку. А, да, на возвратку. Справа снизу возвратка? Стоим. Угу. Первобытная, ну, она как обычный айтем. Ребята, шипы, а кто дает... Кто меня похилил?
И меня просто когда убиваешь врага... А, понял. Чувак, блин, я туплю кекс. Что ты говоришь? Как это называется, который на возврат? Там есть шипы, типа, есть, да. На сборном, это простой айтем, да? Не, нет, так но это шип... из этого, из пояса богатыря там какая-то хрень, да. Блин, а что собирается? Сколько сейчас сильные мурлоки? Я их уже просто, наверное, настакал очень сильно. Там много кто сильный. Кто-то после мурлоков будет проходить, скажете, окей? Из пояса льда собирается сфера льда в правой верху. Да, это я ее собрал. Так я думал, блин, есть что-то сильное на возвратку. Песок просто говорил, что есть что-то очень сильное на возвратку, типа. Там 25% возвратки. Тебе мало? Это чисто шипы. Нет, ты говорил, то что-то тебя, когда кто-то бьет, то что-то вот такое вот. А, там от агилы. Агила теряет. Хиляешься с этого. Это где? Это что за этим? Это вот сверху справа как раз. Ледяная сфера. А, так я ее собрал. Найс. Мне, получается, нужно какое-то ускорение, чтобы мага убивать. Ну, типа, у меня стан очень долгий. Ой, кекс, прости, пожалуйста. Ой, не бей кекс, Меджабуля. Все, беги. Беги, Меджабуль, все. Хочешь, я чуть-чуть куплю, Меджабуль? Давай, сферу молнии. Давай. Сферу молнии? На, брат, на. Держи. Добрый Женя вообще. Он седьмой левел, господи, ну это же ужас. Да, ну да, в этой карте это может быть. Я восьмой. Мне что-то на героев не везет. Тебе не повезло, я тебя не встречал еще. Так, я, короче, покупаю ботинки. Ботинки, конечно, геморно покупать, капец. Говорит, я тебя не встречал еще. Говорит, я тебя не встречал. Убил. Я тебя не встречал еще. Я обиделся. Да умришь ты уже. Так, продолжаем покупать ботинки. Блин, а тут конкурент на ботинки. Сначала конкуренты на пшеницу. А почему, блин, я тык... А, так у меня же пинг вьетнамский, ладно. Вы знаете, что ботинки уже закупать нельзя? Так я просто стоял, покупал, потом отвлекся на Маквилла. Да не, просто смешно, у меня же пинг 400 где-то, наверное. И, ну, типа, как бы я никак... Ну, человек должен жить где-нибудь еще дальше, чтобы выигрывать, точнее, проигрывать мне конкуренцию за айтемы. Не, ну относительно тебя далеко живу. Не, ну относительно Ирины ты близко живешь. А чё, этот же... Кольцо льва у меня бесконечно, что ли, работает? Я не понимаю. За, а чё за кольцо льва? Ну, которое силу дает. Нет, ты, скорее всего, не настакал сотку? Да, не может быть, у меня 1000 силы почти. Наверное, уже настакал. А, ну сейчас вот за этого, по-моему, не дает. А, за него золото не дает, не факт, что... Сейчас смотрим. 361. Да, не все, короче, кольцо льва можно продавать. Свиток можно юзать. А что сильное еще? Вот первобытная ярость. Кровавая луна, наплечники дракона, Эскалибур. Куплю себе Эскалибур, почему бы и нет? Я не знаю, что он дает. А, фигня какая-то. А у меня, кстати, скорость атаки отстойная, да? Это проблема. А что все молчат-то, алло? Ну мы просто на что тебе ответить? Мы не знаем, мы же не смотрим за тобой. Скажите, посмотрите за мной. Да застанься ты уже, сдолбал. Да, у тебя говно скорость, так? Блин, я не знаю, я какого-то гнола босса убиваю постоянно. За него не дают статов, по крайней мере силы. За него не дают золото. Что за него дают? Вопрос. Внизу слева можно купить жетоны в торговом корабле. И что они дают? Это дерево. Ой. Я достиг 40-го уровня. Кстати, на самом деле характеристики дают атаку, просто 0.5. То есть не видно, типа, хочешь сказать? Не, я вот взял предмет, который дает 50 разума, и мне дало плюс 25 атаки. Без него, типа, не дает. Ага.
Ну ты что, понял. Ну прикольно, это хорошо, а то если совсем не дает атаку, как-то странно. Скорость атаки тоже типа режется же. А вы не подскажете, может кто в курсе, вот есть предмет в тени на получение критов, типа криты, но написано, что только на физический урон. Но есть предмет сверху слева, который... Магические делает. Который делает магическими криты. Это работает вместе или это не работает вместе? Я думаю, оно так и делает. Я думаю, оно работает. Так и должно быть, да? Ну, думаю, да. Так, что еще собрать сильное на выживаемое? Так, регенерируем. А, ну, это точно. Щит природы точно нужен прям. Щит, а, кстати, природы. Из сапогов что-нибудь собирается, не знаете? 6 сапогов. Из сапогов собираются. Ну, а из них? Еще 6 таких, Женя, попробуй. Займись на досуге. Когда скучно. В целом я бы занялся. Не, ну у меня просто типа 260 тысяч, я не знаю, как куда их деть. Мне да. Богатый. Так просто через свитки покупай айтем и все, я сейчас этим занимаюсь, вообще прекрасно себя чувствую. Ну да, но вопрос, какие покупать? И мне айтем. Мне нужна ледяная сфера. Шел, застелял, молодец. Блин, а где кого-нибудь убить? Не знаю, хочется кого-нибудь завалить, я не знаю где. Эй! Ну, ко мне уже все давно перестали приходить. Прости, я хочу победить. Ты при всем желании не справишься. Не тебе. А, Шедушторм 22 кило, ребят, ему не надо отдаваться вообще. А у нас до 50. Да, да, лидер-то всего лишь Акитарик с 24 килами. Ну, надо 2 кило больше. Да-да-да. При этом я не хочу никого не убиваю. А тебе надо отдаваться, согласен. А я не хочу при этом победить. Ну ты же говоришь, мне нельзя отдаваться, а тебе, значит, можно. Все логично, да. Я через таку бегаю, а ты за килами. Я тварят. И ты тоже. Отлично. Я провел чувака ты до тварь, дома. Ты тварят, это законченное предложение. Он мне дал морозный жезл. Ого. Морозный жезл? И все? Да. А, да-да-да, он жезл дает, да-да-да. А, на гнолов... Не стоит вообще. На гнолов нету квеста, получается? То есть я на гнолов стою, вообще бесполезно, что ли? Я не понимаю. Почему? На гнолов есть квест, ты силу за них получаешь. Ну вот я сейчас убил, не получил нифига. Ну. Получаешь за каждую силу. Ну я не получаю уже. Так, наплечники с чешуи дракона, 125 урона, иммунитет подбрасывания, ну нафиг. Фигово в могиле сидеть. Фигово быть демонопоклонником. Меня так бесит, что все просто убегают. Ну ладно. Песок. Я не убегаю. Песок. Тебя зеленый уничтожит так же, как и я. Уходи. Кайфово стоять. А теперь он убьет и тебя, если. Или он тупой. Союз. Темную сферу, я так понял, надо. Да я за ним бегаю, он меня боится, зеленый ваш. Он не мой. Женя, где драка? А сколько неуязвимость у зеленого? 14 секунд, минута перезарядка. А ты... Блин, там просто предметы бред. Смотрю. Пошел мне. Ну ладно, хорошо. Да я решил уже драться. Я задолбался на этих голосах, тем более статы не дают. 14 секунд неуязвимости. 14. А я могу сделать 2 крита. Спасибо. Блин, давай меня бить, да, Сигдач? Красавчик. Ну хочешь, давай я его. Я думаю, для Сигдача это звучит как план. А, ну ты меня добьешь. Да конечно ты меня фигаришь, что я сделаю-то? Ну сейчас я вас обоих убью. У гладиатора чувак отнимает голду. Да, он там купил предмет. Я накопил 5000 голды. У меня 300 тысяч, я не знаю, в чем твоя проблема. Это скилл. А где дерево купить? Типа слева иногда на пристани что-то есть, да? Ой, виноват, я не увидел даже. Там иногда лодка приплывает. Блин, ты-то убил Соуха. Вы где? Ты убил Соуха. Блин, а у меня слоты заканчиваются. Может, потихоньку. У меня уже закончились. Бить меня, а ты мне тогда. Раз тебе. Слишком много. Мне кажется, можно что-то покупать еще за деньги. Типа, ну, и постатуй. Ого, здесь целая бригада. Да лол, Женя, ну подожди. А кто просто выложил кольцо льва, если его можно продать? Если по которой слева сверху, оно в бочке было.
А можно я все-таки спел накину? Как... Просто спел не кидается. У меня тоже сейчас спел не кидается. Да ё-моё. Блин, эти микробаши, конечно, это ужас. А по тебе вообще урон не проходит магический? Да. Ну я купил защиту, да, магического урона. Ну все, давай, расходимся. Я тоже купил. Я тоже купил, что за фигня? Ну так, у меня магического урона-то и нету. Что покупать-то? Блин, а что купить сильное? Даже не знаю. Ох, я же долго резаюсь. Ай. Он просто сапоги скорохода спросил, обычно. О, черепаха. Хотя там там ядерный. Где ты древнюю черепаху нашел, Вадим? Внизу, слева. Внизу, слева. Я вообще... Ладно, понял. Корабля он нету, долго корабль ждать? 5 минут, по-моему. Не, он каждое утро приезжает, по-моему. Эх, мне нужно 2 дерева. Там видно, что он есть, ты можешь. Ого. Жди нас через 3 дня с севера, с востока там. С запада. Мы придем. Как там Генри говорил? Севера, с востока, через 3 дня, ты кто? Я тебя не знаю. Я тебе ничего не обещал. Колец, вы не знаете. Нет, я знаю, что это за Властелина колец. Я говорю, просто через 3 дня пришел такой. Типа, я не тебе пришел помогать, а врагам твоим, лоу. Да блин, ну дайте догнать-то. Бабах. А почему-то у меня стан не работает. Ну бей меня, бей меня. Давай, ломай меня полностью. В итоге забил. Фетиши. Кекс, хочешь дам, а этом какой? Но она не работает. А, блин, у меня дерева нету. Черт, я бы тебе дала этому, но у меня дерева нету. А, у меня 400 тысяч, нет дерева. Хотя я убиваю все, что движется. Ну, кроме Жени. Женя меня убивает. У меня тоже 400 тысяч, тоже нет дерева, забавно. А можно тебя бить? Амулет... Не, нельзя, он будет станет. Пока ты не соберешь какой-нибудь амулет защиты за дерево там и денежку. Да, и только дерева нету, ничего. Ой, да ну, неужели? Я это думаю. Почему мы не побеждаем Женю? Интересно. Блин, ну типа... Я могу кому... Да. 2 дерева надо. Так, 2. Поэтому... Песок, ты еще жив? Ну как? Немного. Я могу тебе сферу молнии подарить. Ты где? Ой, сфера молнии мне ничего не даст. Ну давай, давай. Я продам ее. Это голда. Она мне ничего не даст, но дай мне. Я уже продал. Никакой жадности, так сказать. У меня просто... Только бизнес. Чтобы ты понимал, поэтому... Почему не работает удар щитом, я не понимаю. Ну, потому что я тоже защиту забрал от заклинаний. А, так она подбрасывание же защищает. Я тут подумал, короче, у меня куча бабок. Просто поставлю бабки везде. Пофиг, хоть все схавает. Ребята, все, кого убиваете, могут вам дать награду. Ноль. Нифига, меня всегда чубил. Ребят, давайте просто, чтобы весело было. А ты у меня статы жрал? Я, ну, у меня предмет, по-моему, ловкость. Блин, а как так? Меня побеждают. Я думал, я сильный, я непобедимый. А что купить-то такое? Не, Вадим, ты еще слабый. Женя сейчас один из самых сильных. Ну, потом, Женя меня вообще один... не пробивает абсолютно. Да? Ты меня не пробиваешь. Песок, тетя? Ну да, вот так, в смысле, я тебя не пробиваю, ты убегаешь от меня. Зеленый очень противный. Ну, я тебя тоже не пробиваю. Я тебя не пробиваю. Зачем? Ну, ты от меня убегаешь, и да. Блин, всегда сильный. Ну, так, а зачем мне стоит раться, если ты, типа... Ага. Я понимаю. Да, я же не... Ты говоришь, что я тебя не пробиваю, на самом деле ты просто убегаешь. Если ты будешь, не будешь убегать, то я пробиваю. Соответственно. Штуку на ХП и морозную сферу, если можно. Заказывают уже. Я продаю пшеницу, гладиатор приходит, ворует все деньги, и все коту под хвост. Грустно. Блин, чел в итоге всех завалил. Это неуязвимость, конечно, задолбная. Да-да-да, я просто не... Я зеленого убиваю, Вадим. 14 секунд страдания. Так я тоже могу его убить, но под неуязвимостью-то не могу. Морозную сферу, песок, это которая вот иней, имеешь в виду? Да-да-да. У меня дерево столько нет. Типа я могу тебе долго стоять тут еще заморозки-то? Без дерева, но... Жесть! А это бесконечная, что ли, да, заморозка? Это куча разных обилок и предметов, поэтому... А почему-то я морозную сферу прожал на мага, не получилось нифига что-то.
Прям капельку без камней. Я не знаю, у меня 6 слоты, 6 слотов, непонятно, что делать, если честно. Да, когда у тебя миллион на руках, ты ничего не можешь с ним сделать. Да. У меня 580 тысяч. Он корабль есть опять с деревом. Где? Пришел? Да. Да. Купить. Блин, долго рожусь, не? Скоро. Один пчик не работает. Ой, извиняюсь. Нам будет сутки еще. А, то есть долго, ну нормально. Мне бы кого-нибудь убить? Ну я один на один вроде могу, но вот уже на толпу не могу. Непонятно. Вот тут кто-то был. Окей, плюс дерево. А что у банши можно купить? Там какой-то предмет есть, который ворует станочки, да? Который ворует статы. Блин, я собираю для песка дерево. Так, все, я затарил дерево. Я очень понимаю, как его собрать. А, там можно несколько покупать? Да. Вообще не ограничено. По 90 тысяч штук. Ой, так это изи. Сейчас, сейчас песок, сейчас все будет. Что называется фигня на армору? Стан нифига не работает. Мне это не интересно, Вадим. Да, я понимаю, ты бегаешь. Я просто так, не понимаю, почему песок меня... Песок, а как ты меня замораживаешь, если у меня иммунитет? А, я не собрал тайтом в итоге. Предлагаю собираться против... Это как... Группироваться против Шакитарика, потому что он как бы близок к победе, а не я. Группироваться. А, ну тоже хорошо. Ну они маги покупают, покупаем все магии, и все. Читай и закупим. Песок, где ты есть? В центре, под фонтаном. А как называется щит на антимагию, или что там на антимагию у тебя? Боже мой. Что там на моноблок? Больно. На моноблок это Трамерикс. На. Раз. То? Предмет продай. Да продай лучше. А Трамерикс? Ну на. Это Подожди, Трамерикс защищает от магии или все-таки другой там есть айтем? Трамерикс. Просто меня морозят. Может, наплечник из чешуи дракона нужен? Я только возродился, меня сразу убили. Ну. У тебя же не есть наплечник из чешуи дракона, нет? Нет. И я тебя не замораживаю, получается. Не понял, ты кто меня там убил. Ты меня не подбрасываешь. Вадим, ты что ли? А ты меня заморозить не пробовал? Там же АОЕ, небольшая АОЕ. Да блин, просто бесконечная хрень какая-то. Меч, череп, коготь, морозный клык, светлый черный. Ё-моё. Где хоть кто-то на этой карте? Никого нет, все. Просто заморозка, получается, работает. У меня на приста не получалось почему-то заморозить. Я, короче, что-то запутался в этих штуках. Тебе песок, что, игра пошла? Да, да. Мне теперь самому дерево и скорость атаки какой-то вообще себе сделать. Да у песка заморозка какая-то бесконечная, вообще бесит. Такого гадца. Я ему еще предметы купил в эту. Не, предметы-то хорошо, но главное, что этот заморозку, блин, ты бегаешь одним героем, тебя сначала морозит на 20 блин? Секунд, а потом ты 20 секунд ждешь воскрешения своего. Шадов, забей, ты просто слабый. Меня гноу и стан не выпускают, ну что за приколы? Опять неуязвимость, а. Ой, я прошел куда. Максила тут убиваешь. За что? Так, а ты-то умри уже. Да надоел ты. Да умри уже, пожалуйста. Песок, ты какого цвета? Да заморозка не сработала на приста, я не понимаю, кто расскажет мне про заморозку, ребята, пожалуйста, вот почему моя заморозка на него не сработала, а его на меня сработала? Потому что у меня герой полностью на заморозках построен. Да я про этого, про приста говорю. Вот только что, просто я завязал заморозку, у меня нифига не сработало, потом он меня завязал. Я собрал предмет, который должен отменять вражеские способности, и он этого не делает.
Классно. И, кстати, я по ощущениям перестал всех убивать. Мне это не нравится. Ну все, я теперь понял хотя бы. Я просто думал, что это этот, вечная штука. Ну, точнее, да, короче, ладно. Думал, что защита всегда срабатывает. Но у меня спылов-то мало. Мне, получается, надо чисто стан, потом заморозку. И тогда в сумме все хорошо будет. У меня 500 тысяч, я не понимаю, куда девать деньги, если честно. Я не понимаю, почему у меня спелл не работает. Просто не работает. У меня есть спелл, который кидает в астрал. Он не работает. Ему это неинтересно. Ну зачем ему это? Он не работает, потому что люди пособирали... Так причем? Ну типа у него КД нет. Я 5 раз нажимаю... Написано, 3 обилки блокирует. Это что было, песок? Вот голем клёвый, просто он не может стартануть игру. У него вот ничего нету, чтобы в начале крипа убить. Так ты же все равно собираешь этот пшеницу, потом покупаешь айтемы какие-нибудь там за 10 тысяч. Нет, там проблема со стартом. Некоторые герои прям очень жесткая проблема со стартом есть. Да какая проблема? Нет, пшеницу. Нет, именно нету ни спыша, или урона нет. Я не смог купить себе овцу, понимаешь? У меня не было 4 тысяч. А, так нет, ты руками собираешь, по идее. Ну, а он медленный. У него скорость бега очень медленная. Не, ну вот конкретно в этой игре, в принципе, вполне верю. Я типа не знаю, что еще можно собрать, чтобы быть сильным. Потому что в этой игре очень много людей собирали пшеницу. В любой предыдущей голем был бы нормальный. Просто в прошлой игре, по-моему, 3 человека собирали пшеницу. У меня, короче, герой одноразовая пушка. У него, короче, копится интеллект. И после первого выстрела весь интеллект это убирается. То есть я могу один раз выстрелить, и все, сдохнет. У меня герой может заморозить себя на 80 секунд. Очень клёво. Прикольно. Мне кажется, обилка должна по-другому скейлиться, а не просто... Да, да, устой. Нет, так в смысле? Подумай. Песок, ты начинаешь бить? Нахер ли? Просто твои заморозки, ты кидаешь заморозки, пока ты сам в заморозке, они продолжают. Я понимаю, но это на 80 секунд. И ты просто стоишь и ждешь и смотришь на него. Так где ты, ё-моё? И он смотрит. Ха! Ха! Кусты эти вообще, да давай драться, чё ты? О, давай, вот. Лига легенд стайл просто. Да. Сдохни. Да. Я вот тебе купил этот ботинок, я все еще супер нет, я пошел между другими. Ну у всех же тоже такой ботинок. Ну вот нет. Я думаю, он просто максимальную скорость дает, а как бы нет. Ну он же не максимальную скорость дает, он дает... А, 85 он же дает просто. А, да. Рандомный. Нужно покупать 6 штук. Бля, где корабль? Уплыл. Утонул. Мне, кстати, кажется, щит природы ни хрена не дает реген 2%, если честно. Да дает. Дает. Это ж 2% в 2 секунды, это немного. Сколько у тебя хп? А, в 2 секунды там. Ну, же не навсегда дает, да. Да, мне так кажется. Амулет такое дает? А, окей. В 2 секунды регенерируешь 1%. Блин, прикольно, просто бегать за Женей. Я медленнее. Я без сапога. Это мне нравится. Ты без сапога? Я без сапог причем. Я тоже без сапога. А че? Я без сапога ультрабыстрый, да. А что ускоряется? Конечно, на каком-то предмете это дает. Я не знаю. У меня причем написано, типа, очень высокое зеленое, но что дает мне скорость передвижения, я пока не очень понимаю. Ускоряет то, что он... Даже не я знаю, не понимаю, это возвратка, которая это, она как-то криво работает, если честно. Стил? Шадо, у тебя Steel? Возвратка была? А я понял, чем мне дает ускорение. У меня есть этот пассивка, которая откатывает спылы, и она дает скорость. Почему у тебя 100% криты? Ты можешь мне рассказать, Вадим? У меня нет критов, не знаю. Дивы, я просто бил. По 8000 криты у тебя вылетают. Я 8% прямо, бил. Написано. Не знаю, короче, не знаю. Блин, опять контроль решает. Ненавижу карты, в которых решает контроль. Ну, чисто все забрали вот этот щит, и потом просто фигачишь, да, этот. Ну, типа я 2 спыла фигачу. Лучше, конечно... А, ну можно, кстати, сначала лед делать. Можно сначала лед делать, а потом стан. Стан-то, наверное, подольше. А, ну хотя... Ну, скучно, типа. О, вот смотрите, он побеждает, потому что он умеет станить. Класс. Ну, я не умею станить и... Женя, ну, ты не умеешь станить, но у тебя есть невидимость.
У меня нету невидимости. У тебя написано «паук в невидимости». Лол, у меня миллион уже. Миллион денег. В смысле, где это написано? Придумал себе. Читай описание паука. Ты ходил в невидимости, я видел, как ты в невидимости уходил. Ты уверен в этом? У меня нет такого, спасибо. У меня курьер... Ты подходил к друиду, у меня курьер там летал, ты ушел в невидимость, даже звук невидимости был, виндвок. У меня не было, я не вижу. Я не знаю, может, у тебя какая-то пассивка там? Дополнительно. Я что за? Блин, я буду реплей смотреть и показывать тебе просто. Блин, тут один с иллюзиями, второй... Второй этот с неузимостью. Ну вот у меня желтый видел, я просто и шел, желтый видел там меня. Блин, уже миллион, непонятно, куда деньги девать, реально. Да никуда. Че у больших там есть? 60 тысяч. Кольцо трех лун. Че она там делает? Большая, большая. Ясно, я тоже так могу теперь. Вадим, у тебя есть какая-то встроенная возвратка героя? Нет. Хотя не знаю, я не читал сплой. Мы же в прошлый раз отказались от этого ине. Вот что такое сказал. Тут такого не было. Вы видео посмотрите, вы сказали, давайте не будем собирать. Не было. Чего? Ну помню я, позапрошлый, ладно, не прошлый. Шиза! Это у вас шиза. Что-то явно случилось с человеком. Да у тебя что-то случилось. Песок позапрошлой катке, когда мы первый раз играли, нашел этот грессит и говорит, ну это ж бред, он статы забирает. Есть айтем, который навсегда забирает статы. А, да, это не ини. Это не ини. Ну, написано у Ини тоже, что он статы берет, ну, не? На время. Он временно. Ну собирает. Да как это понять? Где здесь написано, что он на время статы забирает, а не навсегда? Не кричишь. Вот, когда на обилке написано, понижает силу на 3, все, понял, ты понял. Думаешь, это навсегда. Да хрен знает. Ну вот. О чем думал автор, когда писал это сраное описание? Не знаю. Блин, а где люди-то? Волки... Драки какие-то происходят. А я что-то Тина с волками объединился, меня и убил. Да, волки определенно всего-то 500 урона. Нормально. А интересно, а от молнии срабатывает блок магии или нет? Нет, не должен. Вот я же был в инвизе, Шадоу, давай. Я никого не бил, просто... Да я не понимаю, реально. Я видел, как ты в этот, виндвок уходил. Говорю, шиза. Ну да. Блин, дайте кто-нибудь подраться. Кто тут хочет подраться? Походу, Максу. Эти ваши инии все-таки уменьшают статы, потому что сейчас у меня сейчас минус, статы. Минус, может, кто-то собрал этот текст. Минус 30, минус 12, и все. Жесть, такие драки, а я вообще никого не вижу. Статы не забирает, 100%. Я думаю, а че у меня слабее становлюсь? Не, ну собирать навсегда, конечно, ослабление, это такое себе. Ну, мне кажется, кто-то собрал его просто, да. У меня, допустим, нету ослабления навсегда. Необычно. Это может быть кто-то, кто не с нами. Кто? А кто не с нами? Тот против нас. Лиг 21-23, например. По-моему, не с нами. Я готов объединяться против Вадима, Женя, давай. А, понял, он просто мне лицо сломал. Блин. Хорошо, даже второй стильнул. Блин. Ну, почему лучше стильнул? Бы я Женю, наверное, убил, но все-таки, потому что уже не больше килов. Почему, стильнул? Он тебе нормально накидал. У Жени 39 килов, да, нифига у меня 29. Против кого надо объединяться? Да, согласен, я что шторма шиза. Да. Всегда час 41, ну, пипец. А как он кого-то убивает? Я просто не знаю, я хожу по карте, никого не вижу. Я тоже самое хожу по карте и кого-то ищу. Вадим, ну он купил сапоги... О, не, ты покупал сапоги сам? У меня нету сапог. А за счет чего у тебя он скорость? Он бегает по всей карте, ищет людей. Ты не найдешь. Я удивлен, что зеленый не выигрывает. Потому что у него неуязвимость бешеная, он что-то слабый. Но у него, видимо, предметов мало. Ну, хотя у него, насколько я понял, у него лям. Я там, 270 тысяч. Песок, когда ты за зеленого играл в прошлый раз, да? За приста, да. Ну и почему я не могу купить клык? Вы же говорили, что сразу собирается. Рецепт покупай. Рецепт. Ну да, я нажимаю, нифига. Если у тебя дерева не хватает. Есть. У меня два дерева, 800 тысяч голды, а мне надо всего лишь 70. У тебя рецепт есть? Вот ты меня убил. Зачарование есть? Надо свиток зачарования? Надо нажимать на свиток зачарования, и из него можно покупать. Ну так понятненько, я тупой. Sorry. Знаешь, что я понял? Типа, у кого больше криты прок, тот убивает. Вадим, ну я просто дособирал иней. Я, кстати, не прожимал его.
Так его не надо прожимать. Надо. В смысле, не надо, его надо прожимать, он встанет всегда. Ты бы уже победил игру, если бы встанет. Да? Активный. А я его не юзал никогда. О боже, зачем я это сказал это? Теперь он будет. Теперь он выиграет игру. Лучше бы я молчал. Вы чего, можно курьера снять с меня? Ну, мне некомфортно. Так я хочу смотреть, где ты там ходишь, блин, где, может, я кого-нибудь кильну. Еще воскрешение долго, тем больше левел, вот это только тоже бесит. Ой, я допустила большую ошибку. Допустила. Допустила. У меня же Мириада, страж. Дебил. Так, что еще тут юзается у меня? Надо еще посмотреть, вдруг мне что-то еще юзается. А давайте все просто... Ты не сработала заморозка, я хз. А как ты меня похилил, мне просто интересно. Давайте бесконечное PvP. Почему не работает заморозка? Меня уже бесит. Я заюзал на тебя стан, заюзал заморозку. Ничего не сработало. Кстати, я шестислотовый. Кто уж со мной на центре подраться? Приходите, я подерусь с вами. То есть, да, под считает, фонтаном. Что он сильнее? Не под фонтаном. Давайте на мост справа вверх. Я хочу увидеть, кто сильнее меня на самом деле. Вадим, 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 давай поперем. Давай. Где ты? Где ты? Сейчас я рожусь. Саду, я за мной Сидач бежит. Сидач, здорово. Сидач, я тоже умею нажимать обилку, смотри. Одновременно нажали друг друга. Ну тебе по критам везет. Конечно, мне по критам везет. У меня два крита, не один. А ты умеешь убежать просто вот так в наглую. И еще и связать меня паутиной, отхилиться и сломать мне лицо. Класс. Уважение. Криты, пожалуйста. Да. Блин. Ну ты, да. Еще жаловался на меня, что возле фонтана драться. Да пошел ты нахер. Ну я постоянно вдвоем, блин, разваливаю. Это обидно. Маквел, беги, не делай этого. Маквел уж жопа. Или нет? О, Прилетел гладиатор. Так, нужно искать Кекса, слушай. Кекса, Меджабулю. Не, постоим. Песок! Постоим. И да, у песка, конечно, скиллы это. Бэ, я ботинки продал, я такой бомжара, пипец вообще, я такой медленный. Да, ты медленный. Гоу драться, Шадошторм, гоу драться в центре. А ты где? Погоди, я сейчас зеленым дерусь. Если у него неуязвимости нет, то я должен победить вроде бы. Блин, а ты меня типа пересидел, обидно. Ну блин, у кого больше критона побеждает? Кто может догнать? Я 45 секунд в таверне! 45! Не, я ну, тоже, я еще больше! А в доте больше? Не, реально, кто сам? В доте больше, но мы... А хотя до часа уже времени. Ну давай уже. Бедолага, блин. Ладно, на третий раз или какой четвертый стоит признать, что карта немножко затянута. Чуть-чуть, да. Мы же сами выбираем время. На прошлый раз, да, было очень быстро, мы не успели распробовать. Ну 50 много, 30 мало. Но в прошлый раз доминировал песок просто. Ну сейчас всегда час 44 уже. Шадошторм, что там за крики были сзади? Шадошторм побеждает зеленого, что ли? Вадим, давай подеремся. Не, нифига, давай. Он быстрее. А, так ты в смысле с тобой драться? Я же просто заморозки буду стоять. Офигеть вообще задача. Им такие драки интересные, вообще ужас. Минуту простоять заморозки, потом сдохнуть и еще минуту воскрешаться. Вообще гениально. Давай. Блин, Вадим. Просто если вы делаете карту арену, где у человека один герой, и это не какая-нибудь дота гиберспортивная, не делайте долгих воскрешений и не делайте станов больше там 3-4 скольки-то там секунд. Вадим, так, ну я готов подраться с любым, кроме песка. Давай драться, Вадим. Чего быстро воскрешаться? Купи кольцо, как в тот раз. Так я-то воскрешаюсь раз в 45 секунд, а противники сразу. Так это пусть противники купили. Ну сделай доброе дело. Что-то я слабо хиляюсь. Очень медленно хиляюсь. У Сигдача лейтовый герой, кстати. Он там стакает себе ловкость сильно. Не, он уже не стакает давно ничего уже. Ну, в смысле, ты... Он стакал там до 200-го, а потом уже он не стакает ничего. Так там потом еще же, ты же с убийства крипов стакаешь что-то. А, ну там два с половиной уже... стак, короче. Ну я уже не стакаешь, я говорю. Там лимит. Да. Ну, лимит есть, понятно, но просто у людей нету этого, как бы, дополнительного. О, чё, гоу драться.
Го-го-го. Да не ты, тут еще. Я Вадима не могу встретить. Меня постоянно кто-то бить начинает, или я кого-нибудь. Ой, ну теперь песок, зашибись. Эдиард, как ты хорош, просто прекрасен. Ну иди отсюда, пожалуйста, Сигдач, ну это... Да Сигдач такая крыса, говорю, гоу драться, он такой гоу драться и убежал. Давай не просто все вместе Сигдача пинать, чтобы он не победил. Просто вот все вместе ходить, искать его и убивать. Я бы Вадим показал веселый механик. Ну, Вадим и так видит веселый механик. Да. Стоит. Там разбойник Вадима сейчас убьет. Да не убьет меня никто. Ну, он тебе неплохо так урона нанес. Блин, я что-то тыкал туда-сюда. Да меня взбесил Сигдач, который драться-драться, а потом просто это взял, отошел и ушел. А потом еще добил песка. Морозки. Че ты за мной летаешь, ты, оранжевый? Господи, блин, все, надо бить Сигдачами, бьют меня, ну придурочный, нет. Да. Так же меня били. Где Сигдач, где Сигдач, скажите, где Сигдач? Нифига, 910 характеристик, у меня 610. Блин, а у меня нету никакого, я ни в какой номинации. Обидно. Даже, блин, в прошлой игре, где я не так хорошо сыграл. Лол, я лучший танк, еще понимаю. Я приобрел 7 характеристик. Красавчик, весок, молодец. Я 2. Нужна номинация, типа... 2, лол. Нужна номинация по этот, заморозил всех на 5 лет. Ну это вот, знаете, карта похожа на карту, где с ребенка начинаешь. Она вроде прикольная. Ой. Она вроде прикольная, но при этом какая-то неприкольная. Ну я, конечно, вот просто райт-кликом я всех убью. А, Shadow, гоу, давай сейчас это, у меня все откатится и подеремся. Ты ливанул или нет? Давай, иду хилиться на центр. Давай посмотрим, кто сильнее. Да, давай, вот просто райт-кликом. Давай. Если бы я Shadow дрался, Shadow победил меня, если без ничего. У него криты лучше. Мне, да, криты жестче, но ему все время кто-то помогал этому сраному Сигдачу. Где ты, Вадим? Я в центре. Я посмотрю. Давай отойдем от фонтана. Давай. Сейчас, если на меня желтый накинется, я его побью. Да не, желтый, ты с нами. Ногами, давай, Шадо, бей его ногами. Да не буду его сбить. Не. Мне нужен... Вон он. Давай, налево, иди налево. Давай мы с тобой подъем. Сейчас, фонтан, ниже, давай, ниже, лево. А ты где? Да блин, тут кекс пришел. Вот здесь можем, вот. Нечестно, по-моему. Я у тебя 16 играл, ты его... Короче, кто первый застанет, тот и победил у нас, я так понимаю, да? Ну, давай чисто без станов, чисто райт-кликом попробуем в следующий раз. Давай. Сейчас буду. У нас, кстати, времени мало, поэтому надо торопиться. Да. Ну сейчас на фонтане вот начинаешь. Ну, сколько я должен делать? Секунд спавниться? 28 секунд. Чего ж так долго, реально? Это ужас. Ну, он меня убить не может. Я бы занял первое место, если бы меня 2 на 1 постоянно не выносили. Просто мне не было. Мы можем с тобой через 10 секунд подраться, чисто райт-кликом, только не как в прошлый раз. Женя, убей его, Женя. Он не уязи, как его. А ну, я тогда с Вадимом дерусь. Да не надо морозить, дай мне подраться нормально. А, мы Вадим, берем. У нас одинаковые сборки с тобой, прикол. Мы деремся. Вадим, да, блин, ну все предметы. Зачем сейчас игра закончится, я с ним не подерусь. Да не закончится. Там морозные войны. Сейчас. Вадим, у нас абсолютно все предметы одинаковые. А ты типа песок сакаешь, потом выносишь. Убей чувака сверху. Вон, я Вадима прибивал. Я бы убил. А, вот, вы под фонтаном. Не бей ты меня. Не-не-не, я же очень много. Дайте подраться Shadow Storm'а, блин, задолбали. Нормально. Я ушел. Вадим, посмотри на мой закуп, Вадим, посмотри на мой закуп. А заморозка закончится когда? Сейчас, подожди. Блин, а ты можете отойти? Давай Маквилла убьем, Маквилл походу не понимает. Да ладно, он отойдет сейчас, пофиг, не дерись с ним. Я не буду убивать. Где он? Кто там? Маквилла убей. Убей Маквилла, иди убей его, мы пойдем сюда вниз. Да, гоу справа, вот чуть-чуть за ветками. Давай. Мне просто нравится, что у нас абсолютно одинаковый закуп. Все, готово, гоу. Давай. Ой, больно-то как. У тебя возвратка, да? Нет, у тебя нет возвратки. Нет, а чё я просто больно? Жесткий. Сигдач, гоу, сейчас у меня спелл перезарядится, подерёмся. Нереально, а чё ты такой мощный? Мне кажется, знаешь что, Вадим? Зря вампиризм тут, он какой-то не очень. А, нет, у меня шанс 37% отразить урон. Да. Ну я же говорю, вот почему я умираю. Да. Видишь мои статы, песок?
Че, все, Вадим? Минус 18. Ну сейчас, сейчас, подожди, у меня КД же. Да. Секунд еще. Ну, конечно, всегда чат по 1000 статов каждого. Это нормально. Ну офигеть, у тебя 93 левел. Кроме первого этого силы. Сейчас я сверху буду подходить. 3, 2, 1. Гоу, без станов, без станов. Ну и гоу, драться-то. А. Да без станов, ты тупой, что ли? Ладно, давай, расходимся. Расходимся, говорит. Что не так с этим человеком? Он умирал уже. Вадим, добивай его. Да блин, дай мне подраться нормально с ним. Ну зачем? Дай, я хочу просто сигначок без станов подраться, может он со второго раза поймет. Ты его убил без станов. Гладиатор нас не слышит. Иди, слышит. Гладиатор слышит нас, да? Так, все, гоу всегда, сейчас 5 секунд, подеремся нормально уже, наконец. С возвраткой, да? Так. Я буду просто рядом смотреть стоять. Все, гоу. У нас гладиатор сцену сделал реально из этих, из самурочек. Ну, конечно, да, чисто автоатака, мне нет равных, но при этом у меня скорость передвижения такая ущербная, что за этого героя выиграть... Меня бы убили, мне кажется, на автоатаках. Побежь. Я не знаю, мне кажется, маг плохо сыграл. Маг, ну, очень сильный. Ладно, всем пока.